конечно же, тем более в короткой программе, всех мы не показываем. Показываем наиболее интересных. Вот, например, ученик Марины Селицкой, тоже москвич, Станислав Тимченко, также катается под болеро. Сравним. Пока заход просто на прыжок уже из того угла. Ну, молодец, тройной. И двойной. И двойной. Ну, достаточно так легко сделал. И легко и непринужденно спортсмен вступает. Кстати, он на соревнованиях гран-при, финал гран-при, занял третье место среди юниоров. Юношеский. Да, да. Это хороший результат. С этого результата начинал у нас в свое время Евгений Плющенко на чемпионате мира сеньора. Именно с третьего места. В 95 году в Австралии. В любом случае, когда нужно будет исполнять все больше и больше оборотов спортсмену в своей программе, то совершенно другая группировка, мне кажется, нужна будет для этого прыжка. Менее расслабленная и непринужденная. Пока все выполняет, все 8 заданных элементов, и довольно легко. Смотрите, какая была дорожка шагов по кругу и по диагонали, довольно интересную музыку. Оригинальное вращение, скрещенное ногой. Ну что, молодец, молодец, парнишка. Василий, мы как-то с вами вот много сказали о школе, вот в Сокольниках, но давайте вспомним все-таки стадион юных пионеров. Это кузница фигурного катания. Кто же оттуда вышел? Ну, в том числе и я, Елена Анатольчиковская, Таня Тарасова, Мила Пахомова, Владимир Ковалев, Сережа Четверухин. Ну, трудно, сколько еще перечислить, трудно всех. И существует эта школа. Смешная, опять нужно сказать, Ирина Слуцкая. Ирина Слуцкая, которая там тренируется. Там вышла одновременно из всех. Замечательные руководители. Я вот иногда с ними общаюсь. Они говорят, у нас вот сегодня есть, конечно, проблемы, но мы их преодолеваем. Мы стараемся для спортсменов сделать все возможное. Мы гордимся данными спортсменами, что у нас вот такие замечательные. И Климкин там, и Слуцкая. Вот, пожалуйста, и Тимченко. То есть вот смотр вот такой вот сил. Не только вот мы должны сегодня вот смотреть и говорить, да, вот как он хорошо катается, что-то он делает. А мы должны еще отметить, а кто же вклад вносит? Какие организации, какие города? То есть практически вот представительство мы с вами возьмем. Кто сегодня выступает? Из Санкт-Петербурга, из Москвы. Тут четверо из Санкт-Петербурга, один из Самары, остальные москвичи. Тогда задается вопрос, извините, а где же фигуристы из других городов? А есть там фигуристы? Катки-то есть. Но были же фигуристы, и в Свердловске была замечательная школа. И в Кирове. То есть были фигуристы. Вот в Кирове, кстати, говорят, один фигурист только из Кирова, извините, вот я забыл, выступает. Но это мало. Это мало. Это очень мало. Но то же самое практически. География как не расширяется, а как где-то сужение происходит. Но об этом, по крайней мере, на словах федерация тревогу-то бьет. Только непонятно, чего она об этом говорит журналистам, я имею в виду федерацию в лице Валентина Писеева. Но мы знаем, да, журналисты, что да, так обстоит дело, и что? Мы-то тут при чем? Это наше дело. Нет, ну, нет, но я понимаю, что они хорошо, что говорят об этом. Говорят. Это очень хорошо, потому что мы с вами говорим с экрана телевизора. То есть мы говорим,
Ну, господа, обратите внимание на фигурное катание. Мы просим, и федерация просит. То есть...